Всем привет! С вами снова я, Рома. Я подумал, что-то я давно не играл в SimCity 5, и нам нужно продолжить играть в эту игру. Я уже скучал по своему городу, который называется Хомяк. Давайте начнем. Подсказки. Входим в город Хомяк. Подсказки я уже миллион раз читал, я не хочу больше читать. Давайте подождем, пока наш город загрузится. Быстрее бы Новый год. 2015. О, загрузился. Нам нужно выполнить задание в 5000 населения. Давайте. Где-нибудь вот тут продолжим. О, блин, косо получилось как-то. Ну ладно. Так, вот так, что-то я хочу. Что, мне напоминает вот этот... О, боже. Бегущего человечка, если сверху смотреть. Боже, о чем я думаю? Почему не человечек? Получился. Нам нужно выполнить это задание. Давайте тут еще магазинов наставим, а то куда будут ходить люди. Им нужно же что-то покупать, тратить свои денежки, которые пойдут к нам в казну. Зло. Давайте строим. Давайте лучше ускорим время, чтобы они быстро приезжали. Вроде все. Давайте посмотрим, как строится наш человечек. Что, задание какое-то. Мэр зло. Я хочу предложить пари. Как вам? Сумма в 5207 миллионов. Если вы сможете заманить сотню персонажей в парке в течение 3 дней, они ваши. Ок. Давайте на арки нашему человечку поставим. Почему сюда люди не приезжают? Что за фигня? Давайте на руки нашему человечку поставим парки, чтобы туда ходили люди. Вот так. Вот так. На ноги не надо. Вот тут дофига людей. Вот сюда нужно парки поставить. Вот сюда водный парк поставим. Вот сюда вот такой пока поставим. Подождите. И что-то тут... О, вот тут голубая фигня. Она означает, что тут богатеи живут. Богатей. Вот, стоимость земли дорогая. Тут, почему она дорогая? Что такое? Блин, эти долбанные фабрики, кто никогда не строится. Нам нужно еще одну дорогу сделать, чтобы выполнить задание. Ну или не одну. Нет, не надо так делать. Давайте лучше другую дорогу возьмем. Блин, вот. Не знаю, что это получается. Давайте тоже что-то дофига домов. Но магазина, наверное, хватит, так что не будем магазины ставить. Задание... О, задание начало выполняться. Мне кажется, тут не хватит, нужно... И... Скоро появится, наверное, проблема с мусором. Нужно поставить эту... Долбаную... Что это? Свалка мусор. Почему она не ставится? Конечно, буду я ставить там. Давайте подальше. Тут какая-то фигня получается. Вот. Все. Давайте поставим сюда печку, одну свалку и вот это. Недостаточно. О-о-о-о. Что я наделал? Я взял, весь бюджет потратил. Как я теперь буду жить? Но хотя у меня плюс 1157 миллионов, у меня уже не синий, не желтенький бюджет. Но все равно это как-то не очень. О, пробка. И кабинеты, мне кажется, скоро будут заполнены. Так, задание выполнено. По 2 часа. Надеюсь, у нас получится выполнить задание. Ну давай выполняйся. Ура, мы выполнили задание. Поселите в городе 5000 жителей. Давайте модернизируем нашу ратушу. Так, ратушу. Давайте модернизируем. Как красиво. Министерство финансов добавим. А давайте повысим налоги. 10, 10, 10. Деньги, деньги, деньги.
Нет, ты по-любому просишь меня увеличить кабинет. Конечно. Не хочу пока что. И у меня что-то вот это желтенькое. Не хватает производственных товаров. Да я в курсе, что у меня вот эти не ставятся. Перевозка грузов приносит высокие доходы. Так ясно. Так мало фабрик. Министерство финансов. Я угадал. Я всегда угадываю, что нам нужно сделать. 58 часов осталось. Давайте что-нибудь такое построим. Мне кажется, мы ничего не построим в этой серии, потому что мне денег вообще не хватает. Даже если я сделаю кабинеты вот этой школе, тогда он точно разорюсь. Ну не разорюсь, он мне деньги. Чего у тебя с мусором? Сколько 574 мусорных бака у нас в городе тут? А собрали всего лишь 83. 85 уже. Ну давайте, не знаю, что мы будем делать, конечно, сейчас. Давайте посмотрим, сколько стоит там Министерство финансов. 15 тысяч. Министерство образования позволит нам строить такие высшие заведения, как средняя школа, университет и что-то там еще. Но я не дурак, чтобы тратить деньги. Пока что. Потом, конечно, построим. Министерство финансов. У нас еще клиники. А, моя спина, мне нужна операция. Зачем тебе операция? Можешь и без операции прожить. Прекрасно. Это нам не нужно, у нас нет пробок. Вот. Средняя школа. Профессиональный колледж и университет. Тут людей. О, кстати, мы же за... О, сейчас задание выполнится. Еще немножко, и задание выполнится. И нам дадут 5207 миллионов. Почему? О, давай. Давай, быстро, быстро, быстро. Кстати, нам нужно посмотреть кое-что. Блин, я вижу это пятно. Дебильная. И тут опять вот эти фигни. Ну давай, почему ты не выполняешься? Может, надо больше парков поставить? Куда их уж туда ставить-то? О, все выполнили. И нам дали. Нам дали деньги. Да, все дали. Мы молодцы. Мы уже за серию выполнили 2 задания. Следующая модернизация будет только, когда у меня будет 15 тысяч населения. Сколько у нас уже? 36 тысяч? Никто, слава богу, не жалуется на налоги. Надеюсь, моя страховка это покрывает. У тебя нет страховки. Что-то совсем... Я совсем расклеился. Сколько тут... Жителей, дети. Слава богу, бездомных. Бездомных нету, потому что бездомные это вообще мусор по всему городу. Всему. Почему мы так медленно ездим? Я чуть не понял. Давайте еще вам добавим. Дома вот. Доступные услуги по уборке мусора у соседей. А делать нам нечего. У нас у самих тут нечистота. У нас собирается тут мусор. О, вот это очень фигня полезная. Когда у тебя есть какие-то проекты, она перерабатывает мусор. Вот. И можно делать металлы, сплавы всякие. Надеюсь, я когда-нибудь до этого дойду. Для этого нужно что-то. Министерство коммунальных служб в регионе для этого нужно. Когда у нас появится какой-нибудь высокий дом? В принципе, скоро, потому что зеленая полосочка повышается, мусор собирается. Ну вот, мы выполнили задание основное, 5000 человек в нашем городе. И на этом наша серия подходит к концу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч, с вами был Роман Геймс. До свидания.